привет, друзья! Мы сегодня будем учить уроки вокала. Это называется диафрагмой. А распевка у нас будет под названием насос. Ставим руки на пояс, набираем вдох и говорим «С». Когда мы говорим «С», мы делаем плавный выдох. Диафрагма – это самая сильная мышца певца. Она позволяет нам петь на долгом дыхании и хорошим звучанием. Если вы хотите быть певцом, это упражнение вам не помешает.